сегодня там были те лица, которые не должны были туда прийти. Безусловно, это так. Те лица, которые не должны были принимать или мешать проведению следственных мероприятий. Кого вы имеете в виду? Нет, я не депутатов говорю, я говорю, те, кто пришел туда, и та конфликтная ситуация, которая там получилась. Ну а они должны установить, кто там был, кто в какую степень принимал участие, в какой степени, кто пришел, кто там раньше или позже пришел. Это ключевой момент. Я считаю, что они в этом ключе. Мы должны разобраться. И они тоже должны разобраться. Я насколько знаю, что уже есть те, которые и задержаны, дают показания по этому поводу. Кто-то уже из работы тоже уволен. То есть эта работа тоже ведется. Но я хотел бы, чтобы эта работа велась в отношении всех, не выбирали одних или других. Подошли нейтрально к этой ситуации и провели все необходимые мероприятия по закону. Вот. Но я хотел бы, чтобы мы к этому в любом случае подходили очень аккуратно. Потому что так или иначе, вот здесь вот, вот в этих даже постановлениях очень много людей скорбили. Да? И как бы не было, когда будут доказательства более там, обширные, да, надо будет все-таки осторожно ко всему этому подойти. В любом случае это наши граждане, в любом случае это наши люди. Так или иначе, скорее всего, они ошибались. Так или иначе, они, скорее всего, себя вели неправильно, и они, скорее всего, раскаятся рано или поздно. Вот к этому мы должны призвать. Мы и сами это сделать. Да. Мог бы их и сформировать. Да, в любом случае это неприемлемо. Мы должны от этого уйти. И само общество обязано от этого отказаться, от этой анонимной истории. И от себя убрать полностью. Потому что это грязь, это стравливание людей, это разрушает нашу государственность. Вам за вашу работу. Я вот хочу порекомендовать аккуратно дальше весь этап пройти, но при этом не сворачивать со своего пути. Мы здесь постараемся тоже с коллегами, с депутатами, с политическими партиями, общественными организациями, в том числе все, которые у нас есть, эту тему постараемся обсудить. Может быть, проведем какие-то круглые столы, поднимем эту тему, уберем это напряжение. Но вы свою работу обязаны просто проводить. Если какие-то есть недочеты, постарайтесь устранять. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вы свою работу проводите. И проводите ее на должном уровне.